Итак, друзья, мы собрались на игру, которая будет проходить на нашем полигоне, на нашей домашней базе «Лесная симфония». Недалеко от Алабина. Да. Перед вами Воронцовский полк, командир дядя Коля и самый крупный наш игрок «Гора». Здесь рядом грешник, еще ребята из «Долга». Вот, обратите внимание, едут на игру другие парни. Собираемся по стрелькам. Наша команда. Держишь? Могу идти? Открой. Сказали, третий дом чистый. Надо туда прорваться как-то, Дэн. Пока чисто. Из два окна, кстати. Вон он идет. Опа. Кто работает сюда? Нас убили. Мы отдыхаем на респе. Через 20 минут пойдем опять вперед. Я и Гора. Я здесь. А бороду? Грешник играет за чужую команду. Поэтому в этом туре мы его будем все убивать. Опять он согрешил. Гора, у тебя в шапке торчит красная тряпка, очень сильно видно. На рукаву нашей команды мы поставили видеокамеру на втором этаже противоположного здания. Теперь смотрим на наше здание. Слушай, знаешь, короче, я работаю здесь. А?